Бокс в нашем районе сохраняет свою популярность для юношества. Сила, быстрота, ловкость, умение предвидеть действия соперника – все эти качества очень актуальны для юных мастеров кожаной перчатки. В спорткомплексе «Лидер» состоялось первенство Славянского района среди юношей. Для боксеров города и района это важные состязания, поскольку они позволят определить по-настоящему сильных спортсменов, достойных выступить на краевом уровне. Отбираем на соревнования, которые пройдут у нас здесь в Славянске, девочки-юниоры, мальчики-юниоры, которые будут защищать честь Славянского района и честь нашего города. Соперничество здесь очень серьезное. Нужно показать все, на что ты способен. Но это не пугает ребят. Этот турнир является отбором на соревнования более высокого уровня. Это первенство Краснодарского края и спартакиада. Конкуренция высокая, хорошие боксеры. Все хотят выступить на соревнованиях более высокого уровня. В первенстве принимают участие и девушки. Одна из самых перспективных спортсменок – кандидат мастера спорта по боксу Анна Игнатенко. Меня вообще в спорт привел папа, потому что он сам занимался. Ну и решил, чтобы я попробовала себя в этом виде спорта. Ну, вроде получилось. Он развивает бойцовские качества, которые, возможно, пригодятся в жизни. Ну, мне нравится этот вид спорта. По итогам соревнований лучшие юные славянские мастера кожаной перчатки получили путевку на первенство Краснодарского края. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».